Что вы хотели, уважаемый? А можно не выебываться? А можете не по встречке, уважаемый. Ну сейчас что я тебе сделаю? Перепрыгну через трубу. Ну увидите, что машина подальше направо. Я вижу все. Да. Проблемы какие-то. Да-да! Ничего случилось. Ничего не случилось. Есть по тротуару! Спасибо! Можно вам бампер поцарапать? И постоим здесь, и ментов подождем. Я знаю, где в кино стоят. Не в кино они там стоят. Блять. Вот как они это делают? Пиздец. Я уже дристал бы на легковушке ехать. Ебать. Да вообще срать. Блять! Это вообще какой-то трэш. Пиздец. Блять, батю этого чувака сейчас яйца свинели. Ну, во-первых, честно говоря, пацан, мужик сам дурак, потому что видишь, что это встраивался, блять. Он не мог притормозить какого-то хуя. Ну, я, конечно, понимаю, что тот говно. Ну, да. Ну, блять, он сам себе проблемы с ним. Блять, слушай, я думаю, что перевернуть. Бля, такая же хуйня. Молодец, белорус. Белоружие? Да, был. Вот долбоеб. Ляпсы, как всегда, опоздали. Ох, ебать, блядь, сбил, сука. Сбил двоих, блин, на машине Камри баба 40-я. Пиздец, она находила. Сбил, да, блядь, скутеристы это или мотоциклист? Мотоциклист, мотоциклист. Блядь, баба, блядь, лежит, блядь. Хорошо, хоть в шлемах были, ебать. Да, я вот с тобой разговаривал, ёпта, блядь.